всем любителям внедорожного образа жизни привет, в частности нивоводам. Я знаю, вас большинство на нашем канале. Вот для вас у меня две хорошие новости. Первое, это то, что наша ведерко наконец в сервисе, и скоро оно снова будет напоминать машину. Я на это надеюсь, и следующая серия, скорее всего, будет об этом. Второй момент, это редуктора. Редуктора нам все-таки дарят, а это значит, что в ближайшее время будут серии с испытаниями нашего Ниваса на редукторах 40 сантиметров просвета, 35-е колеса, вот в общем все это будет. Но на этом тема с Нивами на сегодня не заканчивается. Посмотрите вот на данный автомобиль. Это Chevrolet Niva, моя бывшая тачка, которая была в моем владении, наверное, года 3-4. Потом я продал своему знакомому хорошему, он поддержит ее в состоянии. И предоставил сегодня любезно для съемок. Значит, под моим чутким руководством этот автомобиль вырос от стока до 33-х колес. Было отснято куча всякого материала еще до того, как мы занялись блогом, занялись каналом. Поэтому я сегодня расскажу немножко об основных моментах постройки и плюс буду использовать ранее отснятый материал. Надеюсь, вам понравится. Самый главный момент, самый главный вопрос, который наверняка возникнет, да, потому что снимаем мы короткую Ниву, она типа проходимее, она легче, но это в принципе классическая Нива. Почему шейф? Во-первых, шейф просто подвернулся, машина досталась за очень дешево и с пробегом 30 тысяч километров. Естественно, грех было отказываться. И впоследствии, в принципе, я ни разу не пожалел то, что это был именно шейвик. Машина использовалась не только для Рубилова, она иногда подменяла повседневное авто. Иногда я ездил на Кольский, пару раз я там был, в Карелию мы ездили. Давайте я расскажу, как все-таки все это начиналось и к чему мы пришли в конце. Первое, с чего я начал, соответственно, раздатка 3:1, 2.95. Без нее я считаю, что тяжело даже на стоке ездить, а тем более, что если я планировал колеса побольше. Далее у меня, естественно, отломалась крышка переднего редуктора. Я пытался ее менять, понял, что это занятие бесполезное, и перешел на стальной корпус. Колеса я сразу решил поставить 235-85-16. Высокая и узкая резина на кованом диске вазовском с вылетом плюс 50. Я до сих пор считаю, что это оптимальный размер, как для шейвика, так и для короткой Нивы. Почему? Потому что колесо высокое, сильно вырастает дорожный просвет, машина хорошо едет по бездорожью, выигрывает в колеях. При этом колесо узкое, это позволяет поставить диски с положительным вылетом, не нагружать ступичные подшипники, не нагружать рулевку. Управляемость сильно при этом не страдает. И при этом с таким вылетом дисков и шириной колесо довольно просто пристроить в арке. То есть, чтобы поставить 32-е колеса, по сути, что я сделал? Я сделал проставки под пружины. Я чуть-чуть ограничил подвеску на сжатие, ну, естественно, удалил все подкрылки и кувалдометром подправил место в районе ног водителей и пассажиров. Вот всего этого оказалось достаточно, чтобы поставить 32 колеса данного размера на шевик. В таком виде я проездил довольно долго, машина использовалась и для бездорожья, и на повседнев по-разному, и, в принципе, довольно удачная конфигурация, на мой взгляд. Но меня не устраивало два момента. Мне хотелось колес еще больше. Меня не устраивала работа передней подвески, потому что хода нажатия практически не было. Второй этап пошел постройки. Что мы сделали для этого? Мы оторвали переднюю балку. На 6 сантиметров сделали проставочки. Мы на эту же высоту опустили стабилизатор поперечной устойчивости проставками. Под подушки двигателя сохранили предыдущее положение двигателя. Я поменял рулевые сошки местами, и рулевой наконечник, соответственно, от трапеции у меня стал заходить, по-моему, не снизу, а сверху. И это позволило мне снять все ограничители, все проставки у подвески. Она вернулась в стоковое положение, стала полноценно работать на сжатие, на отбой, и, соответственно, шрусы также стали работать под заводскими углами. Забегу вперед, скажу, что машина у меня была во владении, наверное, 1040 километров. Не было ни одного сломанного шруса, ни одной сломанной полуоси. И шрусы заводские у меня, я с ними машину и продал.
много было споров касаемо кинематики, да, рулевки, что нарушается работа рулевого. Я именно на практике никаких негативных моментов не отметил, точно так же не отметил моментов, связанных с надежностью, то есть проблем каких-то не возникло. Я ездил, машина поворачивала, рулила, все прекрасно. По поводу задницы, значит, все тоже было нетривиально. На стоковом мосту я, естественно, проездил недолго. Разбиралась ладожская машина, ну, Нива, которая участвовала в Ладоге. И, значит, выцепил я сразу же мост в сборе, то есть усиленный чулок плюс разгруженные полуоси от ДН Нивы со ступицами сузуковскими. И, соответственно, с одной стороны у меня стоял хаб. Я мог отключать одно колесо, так как дифференциал был на заварке. Большой приход был в плане проходимости, в плане надежности. То есть я не думал, не переживал за задние полуоси. Тормоза были дисковые, суппорта стояли также сузуковские. Какие-то редкие колодки сузуковские, я постоянно их не мог найти. Я их стирались, они постоянно за две покатушки. Много было вопросов. Но все равно это, так скажем, колхоз определенный. Где-то что-то люфтило, все это... Много весело, хаб этот меня постоянно раздражал. Мне хотелось какой-то более простой, более ремонтопригодной конструкции. И поэтому мост я этот продал. Взял новый чулок, обварил его по-человечески. То есть круглый тубор, трубой сверху. Получился минимальный лифт за счет этого. И в таком виде, соответственно, все это осталось и прекрасно работает. Опять же, по случаю подвернулись редуктора 5.38. Я поставил их, прям получал жуткое удовольствие, и машины на асфальте хорошо ехала. Вот то, что надо, вот на 32-33 колес, вот по передачным отношениям то, что надо. Легко трогается, легко набирает скорость. На больших колесах максимальная скорость нормальная. И на бездорожье вот только-только. Вот Cymex 32, раздатка 3 к 1, пара 5.38, только-только у меня получалось нормально это дело крутить. Спустя пару лет мы возвращаемся на нашу любимую лэпку. Видос, который собрал очень много просмотров. И вот мы уже у засады какой-то непонятной, куда я не хочу ехать. Таймикс в действии. Глина пошла. Но прошло время и начали скалываться зубы на главной паре. И я выяснил, что эта проблема встречается у многих. То есть пары эти слабые. 5.38 самые слабые пары. Есть еще 5.1, 4.78. 4.78 чуть покрепче, но тоже не ахти.
Поэтому я это все дело снял и поставил самые крепкие главные пары из вазовской линейки. Это 4.44. В ралли-рейдах используют именно эти пары как самые прочные. И в этом видео у меня машина так и проездила вплоть до продажи. Что могу сказать, что понижения с Саймиксом конкретно не хватало. То есть на покатухах, на братине Трофи, которая проходит, как правило, на неодолимом болоте, сцепление мы спалили. 4.44 плюс 2.95 на болоте Саймикс не получается ехать. По кузовным работам что было сделано? Главные работы по кузову это проводились на каждой покатухе. Здесь, задняя дверь, то есть такого рода кузовных работ хватало всегда. Так, а если к делу, то сделано было следующее. Как я и сказал, 32-е колеса узкие пристроить довольно легко. Захотелось колеса побольше. Я купил Саймикс. Саймикс уже было никак не перекрутить без кузовных работ. Были заглублены передние арки в салон. Сзади проблемка была. Была проблемка в виде, соответственно, двери. То есть была резана арка вместе с кузовом, вместе с дверью. Немногие шневоводы на это идут, кто-то отодвигает задний мост. Я порезал, в принципе, кузов и сделали это очень аккуратно, и я считаю, что имеет право на жизнь. Ну и изюминкой в плане кузова, в плане внешнего вида, я считаю, является бампер. Бампер мы делали у Гены Малецкого. Сейчас эта фирма называется, по-моему, Offroad Birds. Внедорожные медведи, если дословно, готовят Toyota для чемпионата России по трофи-рейдам. Ну, в принципе, берутся за все. Там я делал бампер на шевик, там я делал бампер на джинник. В принципе, по кузову, наверное, все. По мотору был легкий чип-тюнинг, который практически ни на что не повлиял. Салон полностью стоковый. Ну и, в общем, что в данном виде машина как универсальный автомобиль, там без каких-то экстремальных характеристик, меня полностью устраивал. И я считаю, что если Chevy, кто такой? Что можно сказать по заключению вообще этого обзора и, в принципе, этого года? По поводу Chevy. Нормальная тачка за свои деньги, оптимальный размер колес, по моим личным наблюдениям, 31, 32, 235, 85, 16, вот на Ниве прям не очень нравится. В таком виде у нас оптимальный баланс, на мой взгляд, проходимости, ходовых качеств по асфальту, надежности и, в принципе, работ по подготовке. По поводу, значит, окончания этого года, что могу сказать? Могу сказать, что с окончанием этого года мы празднуем не только Новый год, мы также празднуем 2 года нашего канала. За этот период мы набрали уже почти 80 тысяч подписчиков. Это довольно-таки немного, но дело потихоньку, медленно, но верно двигается вперед. Завязывать мы не собираемся. Огромное спасибо всем, кто подписывается, нашим новым подписчикам. Огромное спасибо всем тем, кто с нами с самого начала. Огромное спасибо хотел сказать отдельная команде Approved за просто неоценимый вклад в развитие нашего канала. То есть ребята действительно всем нам с Димоном вдвоем помогают. Хотел сказать спасибо магазину Off Wheels, который также помогает нашему каналу, благодаря которому запустился наш центральный проект с Нивасом. И даже сейчас мы находимся, в общем-то, в их гараже. Нам предоставили Ниву. Также все это имеет отношение к Off Wheels. Что могу сказать? Что завязывать не собираемся. Собираемся в новом году только наращивать темп. Оставайтесь с нами. Всех еще раз с наступающим. И увидимся в новом году. Все, всех с Новым годом. We'll be right back.
Mm-hmm.